действительно. Где проживаете? Здесь Карпенко 37, а квартира 37. Выходят окна на все эти... Вы обращались к местным властям по поводу шума? Писали. И я сама лично носила... Наконечному, ну, я сама с ним не разговаривала, а представителям. Обращались мы даже, по-моему, резиденцию лица Чайки, и нам был такой ответ. Жинжирухи обращались, и мы тоже. Вот. И ответ был, что они якобы проверяли их, и все у них, всякие эти, все эти санитарные нормы, у них все нормально. А вот только нашли акцизную водку, они на 100 рублей с чем-то. За этот месяц 8 драк, и мордобития здесь, и это, и выгоняете здесь, и это кошмар. Почему сегодня такая была галдеж? Женские голоса. Ага-га, и-га, ага-га, да, утро. Вы понимаете, что я стараюсь... У вас режим работы до 23. Нет, у нас режим работы круглосуточно. Вы точно посмотрите наши...